Приветствую вас, дорогие друзья, с радостью и любовью сегодня служу я вам, Владимир Дзюба. Я, как всегда, хочу сказать, пусть Бог нас благословит, в этом на самом деле мы нуждаемся. И знаете, сегодня будет такой маленький месседж, и он вызван тем, что очень часто, когда я общаюсь, мне задают такой вопрос: пастырь, когда началась война, всегда в сердце какая-то такая тяжесть, на душе как будто бы лежит какой-то камень. И я понимаю вас, почему. Потому что, наверное, сегодня одна из таких книг, которую мне хочется перечитывать, это «Плач Иеремии». Не потому, что там вижу какое-то состояние, а вернее, название. А по одной такой причине, что чувствую точно такое же состояние очень часто, когда думаю о ком-то, о церкви, о Украине, об этих событиях, и я чувствую, что камень на душе по этой причине. И знаете, мы, наверное, не одиноки, кто это переживал и кто будет это переживать. Но знаете, у нас есть один инструмент, которым мы должны пользоваться в это время. И этот инструмент – молитва. Это молитва. Знаете, многих вещей мы не понимаем, многих вещей мы не знаем, поэтому очень часто к нам и приходит такое бремя, которое нас побуждает к тому, чтобы молиться. Знаете, в обыкновенную жизнь, в обыкновенной жизни, не военной жизни, я замечал, что когда на душу приходила такая тяжесть, всегда то, что я делал, я уходил и начинал просто молиться. Временами Бог и показывал, временами даже Бог и проговаривал, как приходило, как откровение, почему, за кого я молюсь. И в такие моменты, когда ты чувствуешь, что ты сделал то, что Бог от тебя ожидал. И вот это состояние, оно уходило, и приходило какое-то такое внутреннее удовлетворение, как будто бы ты что-то сделал хорошее. Я понимаю, почему. Потому что через это Бог дает свидетельство того, что что-то сделано, что та жертва, которую Бог ожидал, молитвенная, она принесена, и что-то решилось. Но сегодня я замечаю, что очень часто ты молишься, и такое впечатление, вроде этой молитвы нет конца и краю. Молишься, когда есть свободное время, когда есть возможность, утром просыпаешься, первые слова к Богу. Вечером, когда ложишься, точно так же, в течение дня, когда есть свободное время, точно так же молишься. Я понимаю, почему. Потому что Бог сегодня ищет людей, которые были подкрыты для Его молитвы. Сегодня многие из нас, мы хотим знать, мы хотим понимать. Но я понимаю, не всегда это открывается, не всегда мы знаем. Хочется сказать: Господь, дай мне понимание, что, как, почему. И мы не одиноки, потому что можно смотреть и на мужей Божьих, те, кто попали в Писание, мы можем видеть Даниила, мы можем видеть Авраама, ну всех людей, которые мы можем назвать героями веры, мы можем видеть, что они все хотели понимания. Вот сегодня точно так же и мы хотим какого-то понимания, хотим какого-то знания. И верю, что Бог какие-то вещи приоткрывает, а есть вещи, которые сокрыты, потому что даже когда война началась, я задавал такой вопрос: Боже, что делать? И ко мне пришло такое понимание: делай то, чему ты уже научен. Проповедуй слово, это то, молись, это то, что сегодня важное. Это то, что сегодня важно, потому что я вижу в деяниях церковь, которая переживала гонение или какое-то притеснение, давление переживала, то, что они делали, они становились ходатаями, и они ходатайствовали, они молились. И я думаю, что и сегодня Бог, Он тоже нас призывает и активизирует на наши молитвы. Поэтому, если
Я говорю, и сегодня это чувство, оно касается вас. Вот я чувствую, у меня такая тяжесть, которая даже не обоснована, что обычно, когда тяжесть, когда ты что-то знаешь, ты с чем-то столкнулся, что-то ты пережил такое негативное, и оставляется такой отпечаток на душе. Но сегодня, как будто бы ничего, я не знаю, ничего не понимаю, но я все равно чувствую это внутреннее состояние. Да, потому что Дух Божий, он таким образом привлекает нас к тому, чтобы мы ходатайствовали, мы промаливали, мы молились за святых, мы молились за сегодняшнюю ситуацию, потому что то, что происходит в Украине, во всем мире происходит, это, ну, плачевное состояние, тяжелое состояние, тяжелое время. И я понимаю, что ожидая какого-то лучшего времени, можно ожидать с верой и с надеждой. И опять-таки задать такой вопрос, а что такое лучшее? Потому что сегодня даже у многих народов, у многих людей, у них свое лучшее. У нас свое лучшее, у нас свое понимание. Но ну, нам выпало жить в это время. Поэтому временами есть и разочарование, и временами и приходят и сомнения. Потому что я сегодня понимаю, сомнения – это неотъемлемая часть нашей жизни. Каждый из нас мы будем сомневаться, каждый из нас мы будем переживать. Почему? Потому что мы живые, и мы будем сталкиваться с этими волнами духовными, которые будут касаться нашего духа, будут касаться нашей души. Поэтому сегодня мы молимся, мы ходатайствуем за церковь. И первое, то, что мы видим, это то, чтобы вера, она не оскудела. Потому что большинство из нас, мы находимся в одиночестве, большинство из нас, мы проходим тот сложный путь, который является нашим поприщем, который нам надо пройти. И волны эти поднимаются тяжелые и бьют по душе временами, как, знаете, как такой зимний, хлесткий, сырой, с такими еще ледяными снежинками ветер по этой душе. И ты, на самом деле, ты страдаешь, ты мучаешься. Временами даже это как мучение, хочется все. Я не хочу, я хочу от этого уйти. И я сейчас говорю, мне приходит на память Неемия, тот, который тоже услышал, что происходит в Иерусалиме, и душа его, она начала печалиться, и он начал страдать, он начал переживать, что так не должно быть. И это то, что обернулось у него в молитве. Поэтому точно так же и мы сегодня видим, слышим, и это тоже должно оборачиваться в нашей жизни в молитве. Молитве. Потому что Бог ищет вот через такое, я бы сказал бы, как слово знание через чувство. Бог ищет людей, кто будет открыты для того, чтобы ходатайствовать, как Авраам ходатайствовал за Содом и Гоморру. Потому что сегодняшний мир, он напоминает Содом и Гоморру. Люди отвернулись от Бога, люди заняты своими идолами, люди, многие заняты своей жизнью, в ущерб даже нормам и порядкам на этой земле. Поэтому Иакова, 5 глава, 13 стих. И апостол говорит, злостраждет ли кто из вас? Послушайте, как звучит. Злостраждет ли кто из вас? Кто сегодня мучается? Мучается. Он задает такой вопрос. Кто сегодня злостраждет? Если вы сегодня переживаете это мучение, это бремя на душе, то что делать? Как он говорит, пусть молятся. А чего вы сегодня переживаете? Видя какое-то беззаконие, видя какую-то несправедливость, видя чье-то падение, можно распорядиться таким образом. Начать сплетничать, можно еще что-то делать, почастую неправильно. А можно выбрать тот путь, который предлагает нам Бог. Пусть молятся. Я понимаю, что сегодня это, наверное, такое время, такой этап для большинства верующих людей, вот те, кто сегодня, те, кого Бог сегодня использует. Мне почему-то кажется, что искренних Бог сегодня притягивает и ставит на молитву. Вот, в молитвенные комнаты, ходатайствовать, молиться.
поднимать все эти нужды перед Ним. Господь, Ты Бог всемогущий. Вот реши, вступись, принеси сегодня этот мир, принеси это, останови эту войну, останови эти обстоятельства. Поэтому сегодня есть время и необходимость, наверное, воспользоваться этим советом Иакова. Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится. Поэтому, если сегодня душа, она томится, вот она страдает где-то, возникает вопрос, что мне делать? Скажи сам себе, молись, чтобы дойти до того момента. А кто весел, пусть прославляет Бога, пусть поет псалмы. Вот, дойти до того состояния, когда ты чувствуешь, что все, пришла победа, пришло это решение. Время прославить нашего Господа. Поэтому пусть Бог каждого из вас благословит и, знаете, как укрепит и даст мудрость правильно распорядиться вот этими чувствованиями, которые сегодня многие из нас мы имеем. Поэтому прогуляйся по улице, воспользуйся своими устами. Находясь в транспорте, воспользуйся своими устами. Находясь дома, на кухне даже, когда готовишь, одинок, воспользуйся своими устами. Пусть Бог благословит и укрепит каждого из вас. Во имя Иисуса. Аминь.